Добрый день, пришла посылка из Китая, с магазина Дербес. Не отслеживалась, так я не понял, что это такое. Сейчас посмотрим. Стоп. А, это у нас велокомпьютер. Включенный был велокомпьютер, стоил около, по-моему, $5 по акции было. Решил взять себе такой. Вставляется в такой вот коробочке, как заводской. По отзывам вроде как неплохое. Думаю, что побольше будет, но вот такой небольшой. Материал изготовления такой неплохой, качественный. Надпись Inbike, две кнопочки. Включается подсветка такая голубого цвета. Вот такой неплохой дизайн. Здесь крепление на руль. Здесь два контакта, и здесь они два контакта. Вставляется, типа вот так вставляется и поворачивается. Кабель, в принципе, не такой уж и длинный, но, наверное, должно хватать. В принципе, наверное, метр длины. Также в комплекте. Визиточка, наверное, модель написана AC 528, по моему так она называлась. Хомуты, так я не понял, двухсторонний скотч какой-то, наверное, и сам магнитик. Здесь на болтике закручено, вставляется там. Сейчас посмотрим по меню или чего. Инструкция здесь все на китайском. Понять здесь будет сложно. В принципе, здесь не поймешь, что здесь написано. Будем пытаться наугад попробовать меню. Здесь он должен показывать, сколько километров, наверное, всего. Ну, значит, надо будет разбираться, я разберусь, отпишусь. Температуру и время, наверное. Напишу, как он работает, как его. Здесь какие-то режимы разные. Время, наверное, выставлять можно. И что? Отпишусь. Или, может, продолжение видео сниму. По менюшке, как оно будет. В принципе, за эти деньги неплохое устройство. По отзывам пишут, что работает без проблем. Так что так, берите. Оставлю ссылочку. Спасибо за просмотр. Пока-пока.